Так, ну что, мои красотки, будем использовать тонирующий спрей для окрашивания волос. Вот так он выглядит. Попадался он мне в коробочке красоты, и многие просили его протестировать. Написано, что тонирующий спрей для окрашивания корней волос водостойкий, смывается при помощи шампуня для волос, дерматологически протестирован. Значит, у меня оттенок светло-русый. А они всего, по-моему, их штук 5. Бальзам мне очень понравился, но он тоже светло-русый, и он как бы вот такого цвета, то есть он, допустим, на мой белый цвет дает немножко такой желтоватый оттенок, то есть такой теплый, знаете, пшеничный, но как бальзам работает хорошо, хорошо выглаживает волосы, хорошо разглаживает, не сильно увлажняет волосы, после него такой пушистый, знаете, объем, мне очень понравился, но... Вот этой боди бальзам мне хватило всего на 3 раза. То есть на свои волосы я использовала всего 3 раза, и он кончился. Посмотрим, как работает данное средство. Здесь написано, мгновенно закрашивает отросшие корни и седину волос. Это очень важно, если он действительно работает, что он закрашивает седину волос, потому что не все спреи закрашивают седину именно. Написано, более 25 применений. Но опять же, 25 применений, это смотря на какие волосы, да, и смотря на какой объем головы, я думаю. Не содержит аммиака и окислителей. Инструкция по применению, меры предосторожности и состав смотрим внутри упаковки. А внутри упаковки, собственно говоря, какой? Непонятно, потому что упаковки у данного товара не было. Ну, соответственно, я так понимаю, что нужно встряхнуть баллончик, как все работают эти средства. И здесь, видите, такая вот тоненькая заглушечка, пипеточка, и нужно ей на корни волос пшикать. Но так как корни у меня русые, холодные, видите, мы сейчас будем пшикать вот сюда. Я думаю, будет видно уже результат. Так, сейчас пшикни немножко в сторону. То есть пахнет... Даже непонятно, чем пахнет, если честно. Ну, посмотрим, как работает. Я, если честно, ни разу не пользовалась такими средствами и не знаю, как они работают и вообще есть ли от них какой-либо эффект. Но что мы видим? Вот у меня здесь рядом зеркало, и то есть он дает мои холодные корни, он закрашивает ну, вот такой светло-светло-русый, то есть желтым оттенком. Сейчас я его здесь вот у себя над зеркалом попшикаю. И потом вам покажу. Ну, опять же, эффект не явный. Вот я, если я сижу, допустим, да, для вас вдалеке, как вы видите, пробор, так он и есть пробор. Не знаю даже, что и сказать. Ну, немножко утяжеляет волосы. Ну, вот так вот, если трогать, то остается, как бы, краситель, наверное, остается на корнях. В общем, дает такой, ну, опять же, вот теплый оттенок. В общем, я не знаю, для какого тогда цвета это волос. Мгновенно закрашивает отросшие корни. Ну, по идее, у меня тоже корни-то не такие уж темные. Давайте нанесем вот так. Видите? То есть вот такой цвет. Я специально нанесла вот так много, чтобы краска проявилась. И вот такой цвет будет, получая, по идее, на корнях, да? Ну, вы считаете, этот цвет светло-русый? Я считаю, что этот цвет жидкой какашки, а не светло-русый. Отвратительная штука, не знаю. Может быть, они и попадаются в коробочки красоты, что их просто так не покупают. И я видела обзоры на другие фирмы вот такой, такой штучки. И как бы ни один из них хорошо не сработал. Единственное, что, наверное, черный сработает на седых волосах, если у вас черные отросшие корни. Только такой момент. А так, это как бы, ну вот видите вы сами, да? То есть, вот даже если он высохнет, вот такой оттенок и будет.
Я считаю, что у меня волосы смотрятся с отросшими моими корнями гораздо лучше, нежели вот этот рыжий абсолютно оттенок. Грязный, и причем вы не можете нанести это равномерно, вы это никак не нанесете, потому что распыление, посмотрите какое. Как показать, вот. То есть распыление у него не вот такое, как бы, да, а вот струйкой. И вы не можете нанести это равномерно. И 20 применений тут это полная, мне кажется, чушь. Вам даже на 10, я думаю, не хватит, потому что вот уже баллончик уже не полный. Приходим к выводу. Я не знаю. Я первый раз наношу такое средство, но я считаю, что я нанесла более-менее правильно. Но даже если я как-то неправильно нанесла, вы считаете, что это цвет светло-русый? Я считаю, что нет. Можете со мной не согласиться. Можете согласиться. Поэтому не знаю. Тут написано, через 3 секунды уже высыхает. Ну, он, в принципе, высох, но, опять же, вот волосы мои чистые стали грязными. И сейчас пойду перемывать свои волосы. Ой, не знаю. Ну, хорошо, что это шло в коробочке красоты, а не купленное за свои деньги. Я бы не купила никогда такие вещи за свои деньги. Мне нравится, когда корни отрастают, и когда у вас вот окрашивание, допустим, нормальное, да, я вот не пользуюсь никакими оттеночными средствами, скоро буду красить корни. Вот видите, как сохраняется цвет? И он будет сохраняться, даже если у вас вот так отрастут корни, то вот такой цвет окрашивания у вас будет после вот этой германской краски оставаться именно таким непосредственно не меняющим никак. А если вы будете еще пользоваться каким-нибудь холодным, то у вас будет более холодный чистый цвет. Но вот это просто какая-то бездарность, я считаю. И не покупайте никогда такие средства, не знаю. Напишите мне, кстати, кто пользовался вот таким средством, как оно работает или нет, потому что бальзам-то мне очень понравился. Он работает тоже неплохо, но дает вот такой, опять же, желтый какой-то оттенок. Но вот эта пустышка, не знаю, сейчас давайте еще раз попробуем. Вот на темных волосах, как он сработает. Ну вот на темных волосах, видите, он... дает... такое ощущение, как будто у вас на волосах какая-то расчесанная перхоть. Не знаю. Ну вы же вот так не будете ходить, то есть вот... Этот состав, он уже грязный. То есть я трогаю волосы, и вот здесь он грязный. Он не высохнет, даже если вы его счешете, у вас вот этот состав будет грязный. Он, видите, какой некрасивый на волосах. То есть вот как он выглядит на камере, так он и выглядит у меня в зеркале. А в зеркале даже он выглядит еще хуже. Не знаю, девочки. Вам решать. Абсолютно бесполезная вещь. И, по-моему, стоит он, я видел его в магазине, около 300 рублей. Но если даже по скидке вы купили за 200 рублей, это абсолютно бесполезная вещь. Вот так он выглядит. У меня цвет светло-русый. Никогда бы в жизни не купила. Так что, девочки, хорошо, когда у нас что-то есть, поэкспериментировать и попробовать до того, как... И хорошо, что вы это не купили, как говорится, за свои деньги. Так что, девчонки, я за эксперименты. Всем хорошего настроения, всем любви, счастья и терпения. Будьте красивы, будьте любимы. Всем пока.